Всем щербет, дорогие друзья! Я когда-то уже снимал видео давно про ловушки для ос. Однако сниму еще раз. Все очень просто. Я на турбазе. Мне кажется, что такая довольно всем известная ловушка. Однако здесь куча ос и куча людей, которые ходят с телефонами, гуглят, что же делать, как избавиться от ос и так далее. В общем, очень все просто. Берете баклажку, разрезаете ее пополам, ну, ближе к верхней части, где ровная поверхность, переворачиваете и наливаете что-то сладкое, а-ля кока-кола, там квас, возможно, яблоко можно размять в руке, туда кинуть, от шашлыка маринованный лук, мясо оставшееся, все что угодно, все что любят осы. И, собственно, все. Вот таким образом вы можете извести в вашем месте, где вы сидите, там за столиком, их на 90%. Рекомендую сделать не одну ловушку, а там 2, 3, 4, сразу их поставить, и вы увидите, там через какое-то время ос станет гораздо меньше. Однако нужно смотреть, чтобы не было вот здесь вот по краям каких-то отверстий, потому что баклажка бывает неровная. И если вы видите, что две ловушки работают, а третья нет, там нет ос, то они оттуда просто вылазят. Вот вам пример неправильно сделанной ловушки. Ну, собственно, вот так вот и наблюдайте. Если они там колбасятся внутри, значит, нет никакого выхода наружу, и все нормально, ловушка работает. И если вы прям такой гуманный человек, то можете потом, когда уезжаете, просто их выпустить. Ну, какая-то часть, конечно, утонет, но какая-то часть полетит к себе домой. Ну, вот такие дела, ребят. Прожимаем ваши императорские лайки. А с вами был еще разок. Увидимся. Покеда.